Молодая звезда российского джаза, саксофонист Алекс Новиков, отметит свой 30-летний юбилей сольным концертом на экваторе весны. Сегодня мы присутствуем на его последней репетиции. Все начиналось с того, что я прикидывал идею, как я буду отмечать свой юбилей 30 лет. И мы с моими друзьями решили сделать вот такое небольшое представление. Потому что я, честно говоря, так думаю, в чем солидарны абсолютно все мои друзья и родители, что лучше в этот день как раз себя показать в качестве музыканта. В юбилейном концерте примут участие друзья музыканта, а в их число входит очень много интересных людей. Например, Вячеслав Уманец, тоже музыкант, с которым Александр не раз выступал на сцене. Человек не сидит на месте, постоянно себя ищет, и на данный момент мы видим, что к его замечательной дате, к его юбилею, он уже вырастает до уровня самостоятельной единицы, который как бы может осуществлять свои планы, цели, задачи, проекты. Александр Новиков выступает не только в России, но и за рубежом. Его знают во всем мире. Ведь джазовая музыка – это классика, которая любима разными поколениями и во все времена. На днях приехали, представляете, риэлторы к нашему дому, кто-то продавал квартиры. И, значит, говорят, что, дорогие друзья, дело в том, что этот дом знаменит тем, что в первом подъезде этого дома, в левом крыле, живет известный актер, народный артист России Михаил Казаков, а в правом крыле живет известный джазовый музыкант-саксофонист Александр Новиков. Вы представляете? Для меня было это действительно так, для меня это было очень приятно. Самые близкие и дорогие люди для Александра – это его родители. Саксофон, на котором играет Новиков, подарил ему его отец 15 лет назад. Как рассказывает сам музыкант, тогда он стоил немаленьких денег. Папа занимал у всех своих близких друзей и купил мне этот инструмент. Я играю в основном именно на этом инструменте, которому уже около 30 лет, это мой ровесник, это просто мой, можно сказать, друг близкий. Услышать ударные импровизации Алекса Новикова можно 15 апреля в стенах галереи Шилова.